сложность оформления документов и незнание, второе, незнание всех тонкостей закона по оформлению, путались все. Данилу Иосифовичу, председателю ГСК «Грани-2», в Ульяновске помогли оформить гараж, а также земельный участок под ним в собственность. В 2016 году за счет региональной гаражной амнистии в Ульяновской области первыми в стране начали упрощать процедуру приватизации гаражных построек, возведенных до конца 2004 года. Оформление любого гаража и земли до амнистии осуществлялось в общедолевую собственность и только через суд. Вот, и пришлось занимать практически год, без малого дней там. Ровно год, через год я всем выдал документы на права собственности, на общедолевую собственность, на каждого человека, на вот эту вот землю. 58 гаражей ГСК «Грани-2» уже давно не бесхозны. С 2016 года право собственности в Ульяновске оформили на 8 тысяч земельных участков и гаражей под ними. Опыт региональной гаражной амнистии решили распространить по всей стране. Учитывая наш опыт, наверное, все-таки это был единственный в Российской Федерации. Нас, как экспертов, привлекли к работе в Государственной Думе Российской Федерации, к работе Росреестра, который выступал разработчиком законопроекта, и, так скажем, все наши, весь наш опыт, все наши нововведения, они были учтены. 1 сентября в силу вступила федеральная гаражная амнистия. Закон на всероссийском уровне еще больше упрощает сбор и сам набор документов на право собственности. К примеру, чтобы подтвердить факт владения имуществом, достаточно предъявить членскую книжку или чек на электроэнергию. После того, как земельный участок будет стоять на кадастровом учете, делаем технический план, что на дом, что вот на гараж, в данном случае на гараж. И также подаем к нам в Министерство строительства, и мы все это ставим на кадастровый учет, и автоматически с этим регистрируется право собственности на земельный участок и на гаражный бокс. Также федеральный закон предусматривает оформление права собственности на металлические боксы и парковочные места. Кроме того, бесплатно размещать гараж рядом с домом на специальном участке смогут инвалиды. Гаражная амнистия распространяется на наследников и тех, кто приобрел гараж. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.